Футболист футбольного клуба КамАЗ Владислав Игнатенко. Владислав, ваши впечатления сегодняшнего матча? Ну, матч выдался очень сложным. Была поддержка очень хорошая у команды хозяев, и было очень сложно играть. Сначала первые 15 минут была инициатива за нами, потом они переломили, и потом мы уже во втором тайме включились, пошли в прессинг и забили гол. А кто его забил? Ну, так получилось, дебют удался, как говорится. Главный тренер сказал, что мы заявляли Игнатенко специально на сегодняшний матч, старались успеть. Да, план тренера сложился успешно, да? Ну, как видите, да. То, что забил, и все как на ура. А как состоялся переход и откуда перешел в команду? Ну, из Ностинова Троицк перешел. Вот, вчера договорились о трансфере, вот, и сегодня уже вот приехал, и вот дебютировал. Я, насколько помню, это возвращение в КамАЗ. Да, это возвращение было до этого перед коронавирусом. Ну, из финансовых там положений вернулся обратно в Носту, и вот сейчас снова тут. Какие личные планы у Владислава Игнатенко в этом сезоне? Ну, добиваться в каждом матче побед и индивидуальные мастерства забивать. Хорошо, спасибо, удачи, первенстве. Все.